Около 5 утра сегодня горела арена «Дружба». В пресс-службе хоккейного клуба «Донбасс» сообщают, ночью в здание ворвались вооруженные люди, связали охрану, вынесли оргтехнику, плазменные экраны, а также сейф, который находился в фан-магазине. Налетчики прихватили с собой видео с камер наблюдения и угнали служебный автомобиль. Пожар спасатели потушили за 3 часа. Арене «Дружба» нанесен значительный материальный ущерб.